Мы собрали ее с отцом. 900 лошадиных сил из Детройта. Настоящий зверь. Знаешь, как она промчалась в Палмдейле? Нет. Четверть мили за 9 секунд. Господи, за рулем был мой отец. Такая мощь. Он с трудом ее удерживал на трассе. А у тебя какое лучшее время? Я не ездил на ней. Почему? Она пугает меня. Это мой отец. Он побеждал в профессиональном заезде типовых машин. Последняя гонка сезона. Один парень, Кенни Линдер, на последнем круге пошел на обгон. Он задел бампер отца, и тот врезался в стену на скорости 120 миль в час. Я видел, как мой отец сгорел. Я помню, как он кричал. Но мне сказали, что он умер до того, как взорвался бензобак. Мне сказали, что это я кричал. Я увидел Линдера через неделю. Взял гаечный ключ и ударил его. Я не хотел забивать его, но когда я отошел от него, я не мог поднять рук. Он теперь вахтер в школе. Ездит на работу каждый день на автобусе. А мне на всю жизнь запретили участвовать в гонках. Я живу гонками на четверть мили. И на все плевать. На закладные, бас, команду и прочее дерьмо. На эти 10 или меньше секунд я свободен. Yeah.